занятие. Спасибо, садитесь. У нас сегодня такая тема первая. Проблема сознания в философии, природа мышления. Ну вот, поскольку здесь журналисты, четвертый курс, могу я задать такой вопрос. А что такое сознание? Как вот вы считаете, скажем? Пусть вы еще не сформулируете точно, а что такое сознание? Вопрос не праздный, правда? Вы люди сознательные, грамотные, образованные. Считайте уже на выдане. Четвертый. У вас еще пятый курс и все. Сознание что такое? Возможно, сознание – это восприятие действительности. Ну, восприятие действительности у всех есть животных. У лягушек есть, у кошек есть, у собак есть, у тигра есть, у льва есть. Восприятие. Что, нет у них восприятия действительности? Когда вы говорите «восприятие», то вы, собственно, упор делаете на органах чувств. Правильно? А органы чувств есть у всех животных. Мы с вами животные или не животные? Мы млекопитающие, но мы не животные. Вы не животные? А если мы... Понимаете, какое дело? Тут всего-то деление только на две части бывает всех организмов. Либо это растения, либо животные. Поэтому ваше заявление, что вы не животные, отбрасывает вас в сторону растения. Поэтому вы и выросли больше. Как же мы не животные? А кто мы? Люди разве не животные? Люди животные. Но это второй вопрос. А какие люди животные? Так определение человека. Мы это тоже должны с вами сформулировать, чтобы это вопрос, на который ну, любой человек грамотный, тем более окончивший университет, должен говорить. То есть это животные, но не, но далеко не всякое животное человек, правильно? Так обстоит дело. Человек-то животное, но какое это животное? В том числе, например, вот тот вопрос, который перед этим стоял, это животное, обладающее сознанием. А вот таким свойством, как ощущать, что-то чувствовать, ну как, больно сделали собаке, она заскулит. А кошка, а она чувствует, когда значит, что-то у вас вкусное готовится, она уже ходит рядом. Или даже есть такое выражение, как кот вокруг горячей каши, когда она знает, что такое, она чувствует, когда она схватит горячее, будет как ей больно. Она и вкусна, и боится туда полезть. Поэтому этого маловато для сознания. У человека есть воля разума. У человека есть воля разума. Они рядом с человеком, это воля разума. Они в кошелке носят. Как это, что у него есть воля разума? Как это понять? Он наделен этими качествами. Если наделен, значит, есть какой-то субъект, который его наделяет. Согласитесь. То есть наделен не то, что он, так сказать, вот постепенно в ходе известной эволюции достиг вот таких способностей, а он наделен. Вот вас наделили, меня не наделили, мне не достало. Как-то слово «наделен» здесь носит такой, я бы сказал, религиозный смысл. Ну, наверное, значит, неправильно выразилось. Ну, вот... В ходе эволюции да. Он выработал в себе эти качества. Какие? Волю и разум. Волю и разум. Ну, хорошо. Значит, у нас вопрос о сознании, а вы говорите о разуме. Это, в общем, близкие понятия, я правильно? Я пытаюсь через одно вывести, как-то другое. Разум – это то, что относится к сознанию? Мне кажется, что да. Или он где-то выходит за рамки сознания? Не выходит, правда? Мне кажется, что да, разум и сознание, они, наверное... Они рядом, то есть они вот одно. Неотделимы. Неотделимы, да? Поэтому вопрос остается, что же такое сознание? Может быть, разумное восприятие действительности? Ну, это правильно, но тогда нам придется выяснять, что такое разум. Хотя там уже другие градации, вот есть ум, разум и рассудок. Уже очень много неизвестных нашим уравнений. Много. Много, потому что рассудок, например, когда человек прочно держится за определение, вот Гегель так говорит, если человек прочно держится за определение, это рассудочное мышление. Но он хоть держится за определение, если он их не знает, то и рассудочного нет. А разум – есть остроумие. Чем отличается остроумие от рассудка? Остроумие, оно высвечивает противоречие, как его есть. Вот это остроумие. А разум, он одновременно и держится за определение, он и определение дает, и он и противоречия, как и есть, тоже высвечивается. Поэтому он более богатая категория, чем остроумие и рассудок. Это разум. Но вопрос о сознании, это можно говорить о разуме, когда мы говорим о сознательном человеке, о сознательном животном, то есть о человеке, о животном, обладающем сознанием. Так что значит обладать сознанием? Вот вопрос.
Мы говорим, что человек, вот сознание есть у него, но он неразумный. Мы тоже ведь говорим, правда? Может быть, человек неразумный, а сознание у него есть. Поэтому это правильно, в принципе, что сознание дальше развивается у многих или у некоторых до разума. Не у всех. А есть неразумные, а есть глупые. Есть умные. Умные – это кто? Вот тоже я могу поставить вопрос. Журналист – журналист. Умные – это кто? Вам же надо характеризовать этот умный, этот глупый. Ой, мне кажется, очень сложный вопрос, потому что умный, есть еще ведь эрудированный, есть мудрый, и это все очень, на самом деле, такие оттенки. Не надо запугивать. Не надо запугивать. Мы должны здесь не запутываться, а распутываться. Значит, умный человек, вот я вам сейчас поставлю вопрос, умный человек – это человек, который, если человек много-много читал. Начитанный человек, но не обязательно умный. Так это и будет эрудированный. Эрудированный, да. Что такое эрудированный человек? Это он много-много знает. Да. Правильно? А есть такая вот поговорка. Многознание уму не научает. То есть я знаю, где в какой книжке, что посмотреть, что найти и так далее. Вот я пойду и буду изучать все, что есть в библиотеке Академии наук. Она недалеко. И когда у меня будет это все изучу, у меня будет в голове библиотека Академии наук. Ой, я, кажется, могу представить, что такое умный человек. У вас попробуйте, да. Возможно, умный человек – это человек, который способен найти решение каких-либо жизненных задач. Очень правильно. При этом он может как обладать опытом определенным, также он может дойти до этого решения с помощью вот умозаключения. Да, 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 да. Очень хорошо. Вот видите, какой у вас друг и товарищ. Не зря вы указывали. Да, совершенно правильно. Вот вы, подумав, пришли к правильному выводу. Вы, подумав, пришли путем там всяких разных заключений, и учитывая, что я вам рогатки всякие наставил, куда не ходить, вы пришли к правильному выводу. Так вот, умный человек, который настолько способен и настолько начитан, но если он только способен, но у него нет ни за что зацепиться, он умным не может быть. Правильно? Если он только вот начитан, он эрудированный, не более того. Эрудированный. Для этого есть слово, да, эрудированный. А вот он настолько начитанный и настолько способен, что может самостоятельно приходить к правильным выводам. Самостоятельно. Не потому, что я вам скажу. Вот вы сейчас самостоятельно сделали вывод. Вот это и означает, что человек умный. Ну, а когда мы говорим о разуме, мы как бы доводим это дело до высшей формы, так сказать, этого ума, потому что ум бывает разный. Есть еще такая градация у Гегеля в науке логики, значит, ум, хитрость и глупость. Вот как они расположены? Самое высокое – это ум, правильно? Угу. Потом идет хитрость. Умный человек – это больше, чем хитрый, правда? Да. А внизу – глупость. Вот это не вызывает возражений. А теперь смотрите, что получается. Раз посредине стоит хитрость, можно сказать так, что это низшая степень ума. Хитрость. Они же непрерывно одно в другое переходят. А если снизу берешь, то это высшая степень глупости. Пример. Горбачев. Вот хитрый человек. Ну, сколько народу обхитрил, но это невидимо. Ну, а сам что? И с чем остался? Был главой крупнейшего государства, крупнейшей партии, президент страны. А потом в какой-то опере какой-то там Петя и Волк в мюзикле какой-то исполнял роль. Ну и остался ни с чем, у разбитого корыта. И где провел свое 80-летие? В другой стране. Ну ты же здесь все это делал, вот куда ты поехал? Так что вот это вот довольно оригинально. Но мы возвращаемся все-таки к тому вопросу, который поставили. Сознание – это такое свойство человека. А человек – это высокоорганизованная материя, обладающая сознанием. Так? Вот так можно сказать. Человек – высокоорганизованная материя или наивысшая форма развития материи, обладающая сознанием. Так вот, сознание – это представляет собой некое отражение действительности. Отражение. Но этого мало. Отражением действительности обладает вообще вся материя таким свойством.
Почему? Вот вы бросите мячик в стенку, он отскочит, отразится от стены. Правильно? Луч отражается от стены. Вот. А если вы на что-то нажимаете, есть противоположная сила, правильно? Все обладает свойством отражения. А вот высшая, самая развитая форма этого отражения, которая позволяет в человеческом мозгу строить некое подобие того, что есть, и более того, строить и то, чего в жизни нет, но к чему можно прийти путем человеческой деятельности. Правильно? Вот чем отличается самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы? Что пчела инстинктивно строит соты, они тоже восхищают, правда, как они все. И там очень сложная организация, это же общественные животные. И муравьи тоже общественные животные, и даже разделение есть, обязанности. Одни охраняют, другие приносят пищу, третьи приносят всякие элементы, из которых строится дальше муравейник и так далее. Третьи там откладывают яйца, и они потом стерегут. Если вы начинаете разрушать этот муравейник, муравьи первым делом тащат эти яйца, куда-то прячут их срочно, потому что это надо сохранить, чтобы продолжить жизнь. Вот. Человека поэтому можно было бы определить, как это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Вот ваш разум. Животное общественное. Животное общественное, трудящееся. Общественных животных много, правильно? А трудящихся животное одно – человек. А в труде человек – это легко запомнить, потому что только в труде человек труд его вынуждает находить сигналы и общаться друг с другом в ходе труда, в процессе труда. Говорящее и разумное. А разум отличается от простого отражения тем, что в разуме осуществляется формирование образа мира, который должен быть и который сам человек творит. Вот вы сначала подумаете, что сделать, потом сделаете. Вот вы сначала подумаете сейчас, и потом возьмете бутылочку и попьете. А вы сначала подумали, что вы ее открутите, что надо сделать. Хотя есть по этому поводу и шутки, как одна пожилая обезьяна, молодой обезьяне, объясняет, что такое условный рефлекс. Вот смотри, говорит, я сейчас нажму эту педаль, и вот тот чудак, говорит, в белом халате, да, загорится свет, и этот чудак в белом халате принесет мне банан. Это условный рефлекс. А что это такое маразм? Маразм – это, так сказать, потеря сознания в старости. В результате старости. Да, вот пока я еще вам лекции могу читать, а вдруг через лет, через 10, вы меня будете спрашивать, а буду чего? И это, некоторые, конечно, этого избегают. Причем избегают больше всего маразма люди, которые занимаются интенсивным умственным трудом. А люди, которые не занимаются интенсивным, они вот очень часто впадают в маразм, то есть они отключаются и не могут это делать. Или, допустим, мужья, которые все передоверяют женам, спроси жену, жена скажет и так далее. И жены, которые не думают о том, что если они будут все за мужа решать, этот муж потом уже ничего не может соображать, как показывает практика. То есть тут во всем нужна мера. Здравствуйте. Вот, то есть, когда мы говорим о сознании, мы говорим не просто об отражении мира, потому что, ну вот, самый простой пример этого, любая лужа, вот сейчас вы выйдете, посмотритесь в эту лужу, увидите, она вполне вас отражает. И ничего не искажает. Только правое – это левое, а левое – это правое. Тут уж ничего не поделаешь. Зеркальное отражение там меняет местами. Правда? Если у вас значок с левой стороны, он будет выглядеть как значок с правой стороны. А когда мы говорим о сознании, человек сознает и мир весь, и себя в этом мире отражает. А следовательно, отражает и свою деятельность по преобразованию мира и ставит цели. Вот сознание, так сказать, отличается тем, что он ставит цели. Цели, так сказать, ставят и многие животные. Скажем, если хищник хочет кого-то поймать, он ставит такую цель и ловит. Правильно?
А вот поставить цель такую, чтобы преобразовать тот мир, в котором мы живем, кроме человека, таким свойством никто не обладает. И даже если они создают что-то такое, что можно отнести к преобразованию, как пчелы и как муравьи, то, вот как писал Маркс, чем самый плохой архитектор отличается от самой хорошей пчелы, что он сначала в своем сознании создал образ того, что потом появится благодаря его деятельности. Есть даже такая притча, что вот идут люди и видят человека, который обтесывает камень. Спрашивают, что вы делаете? Он говорит, я обтесываю камень. Идут дальше. Встречают другого человека, который ровно то же самое делает, обтесывает камень. Что вы делаете? Говорит, строю дворец. Видите разницу? Ну вот возьмем наши великие архитектурные сооружения, которые были сделаны в то время, которое мы, ну, как бы свысока нынешнего времени считаем глубоким прошлым. Это время феодальное. Самые красивые здания в Санкт-Петербурге когда построены? Буржуазное время, советское время или феодальное время? Самые красивые. Феодальное время, правда? С чем это связано? Во-первых, это связано, что целью производства была не прибыль. Ну, вот вы представляете, вы были помещица, вам хочется дворец, чтобы был красивым, чтобы там можно было бал делать, чтобы там можно было гостей встречать, чтобы это все было надежно, на века. Поэтому никто не экономил там на толщине стен, никто не экономил на высоте потолков. Как говорят про Хрущева, он не успел соединить раковину с унитазом и пол с потолком. Хотя вот у меня родная мать и я, мы жили в этих хрущобах на бульваре Новаторов, дом 1. Там сидячая ванна, совмещенная с туалетом. И мать, которая получила эту трехкомнатную квартиру, жила в шестиметровой комнате. 6 метров комната. Там стояла кровать и подход к кровати. Больше ничего. Вот они с отцом там и жили. Значит, когда мы говорим о сознании, мы имеем в виду не просто отражение, а и преобразующую способность. То есть человек обладает способностью вырабатывать образ будущего, и не такого будущего, которое не имеет путей к своему осуществлению, а такого будущего, которое осуществимо. То есть он вырабатывает дорогу к этому будущему. И вообще, вот если вы возьмете у Гегеля, когда он говорит о том, как надо брать все или иные категории, надо брать всегда результат вместе с путем, который к нему ведет. И вся эта книга «Науки и логики» построена именно так. Каждая следующая категория, ее надо понимать так, что это не еще одна, а это та категория, которая включает все предыдущие. Более сложные, еще более длинная цепочка, еще более сложная, еще более длинная цепочка. И вот на этом строится. То есть преобразующая деятельность человека входит в понятие сознания. Вот человек обладает сознанием, то есть он обладает свойством ставить цели, видеть пути, которые к реализации этих целей ведут, и осуществлять движение по этому пути. То есть если я мечтаю, а не знаю, как это сделать, то ничего разумного в этом нету. И ничего особенно сознательного нету. То есть если я мечтаю, я думаю, что иногда вы, наверное, видите собак или кошек, которые во сне подергиваются, потому что кошкам снится, как они там ловят птичку или мышку, а собаки, как они гонятся за кошкой. Поэтому это иногда можно наблюдать. Но человек не просто, так сказать, мечтает, и не просто он строит фантастические какие-то картины, как это вот характерно для религии, потому что религия – это тоже способ постижения мира. У Гегеля разделяется три способа постижения мира. Есть такая работа «Феноменология духа». Некоторые бросаются ее читать, прежде чем читать «Науку логики», и сразу застревают, потому что очень сложная работа. И там еще Гегель ее сделал для себя предпосылкой, а люди думают, что это здесь там самая диалектика, и там застревает надолго. Скажем, если первый раз прочитаешь, там почти все непонятно. Ну, непонятно. Второй раз прочитаешь, кое-что понятно. Но вот он, когда это вот осознал, что какие есть три формы постижения мира. Постижение
мира религиозное, как фантастическое отражение мира, постижение мира в образах – это искусство. Никаких там слов не нужно в искусстве, правильно? Если вы пришли и смотрите, рассматриваете, разглядываете картину, вам какие-нибудь слова нужны? Здесь художник хотел нарисовать. Мало ли, что он хотел. Что получилось? Что получилось? И разные люди, разглядывая это произведение того или иного художника, ну, они разные имеют мысли в голове. Но понятное дело, что это произведение прямо воздействует на чувства человека. На чувства. А в сознании у вас самые разные мысли и понятия могут возникать. Ой, можно задать вопрос? Да. Очень часто, еще со школьной скамьи, вот, многие мои друзья задаются таким вопросом. Если преподаватель по литературе, например, говорит, что в этом произведении автор хотел сказать то-то, он делает ошибку или он... правильные вещи говорит, потому что... Он говорит недостаточную вещь, потому что мало ли что он хотел, для художественного произведения не имеет значения, что хотел сказать автор. Для художественного произведения имеет значение, что получилось. Причем мы должны различать философскую позицию автора и его художественные способности, то есть способности воздействовать на чувства людей. Поэтому вот пример, ну, глубокий такой исторический, это вот... статья Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Он говорит, что вот до Льва Толстого не было крестьянина в русской литературе. Вот первый крестьянин появился в русской литературе – это помещик Лев Толстой, который жизнь эту крестьянскую отразил, причем отразил ее глубоко, всесторонне, блестяще, и который показал те противоречия, которые в этой жизни были. А что касается самой концепции, чего хотел – Лев Толстой, он ее очень резко определил, что это помещик и родствующий во Христе. Поэтому он ее оценил отрицательно, а художника Толстого сугубо положительно. То есть философов таких, как Толстой, очень много, которые такую концепцию имели, близкую или другую, или третью, или четвертую. А вот таких художников, как Лев Толстой, гениальных, их единицы гениальных. Поэтому вот мы должны не забывать, что, несмотря на то, что тут употребляются слова, вся художественная литература – это художественная форма постижения. Постижение, обратите внимание, не познание, а постижение. И вот третья форма постижения мира – постижение мира в понятиях. Вот тут тогда и речь идет о познании. Постижение мира в понятиях. Можно я окошко закрою, просто чтобы... Можно. У нас вообще все свободно. Что хочешь, то и делай. Постижение мира – понятие. И тогда вот если я вам задам вопрос, а что такое понять, как вы ответите на этот вопрос? Вот у нас ведь новые свежие силы пришли. Понять, что значит? Понятие – это… Нет, не понятие, а что значит понять? Вот, скажем, я вот преподаю, а вы хотите понять. Может, я непонятно рассказываю, может, понятно, но вы хотите понять. Понять значит… осознать ваши мысли, что вы хотели мне сказать. Вот видите, опять, что я хотел. Мало ли, что я хотел. Я хотел что-то хорошее сказать, а появилась какая-то глупость получилась. Может такое быть? Да, это... Сплошь и рядом бывает. Да. Мало ли, да. Ой, извините, я не хотел вас толкнуть. Такое бывает и в сфере умственной деятельности. То есть все-таки это не удовлетворительный ответ, а ответ у вас понять. А? Постигнуть истину. Это правильный ответ. Но тут к вам уже не подберешься ни с какой стороны. Вы как танк. Со всех сторон защищены. Поэтому про вопросы я прекращаю эту тему спрашивать. Я отвечаю сам. Понять – значит выразить в понятиях. И больше ничего. Это значит, если я так понимаю, что я вроде постиг истину, не могу ее передать, это я вас начинаю критиковать. Вы постигли истину, можете мне ее передать? Нет. Почему? А потому что не выразили в понятиях. То есть, если это ваша истина, она в виде некоторого чувства, скомканного такого, сжатого, может, концентрированного, правильного, глубокого чувства или предчувствия, а она не выражена ни в каких понятиях, то вы не можете эту истину передать другому человеку. А то, что нельзя передать другому человеку, не истина, потому что истина – это
понятие, относящееся не к одному человеку, а это общественное понятие, вот оно есть в языке. Вот если я могу вам передать, тогда, у меня, тогда и вы можете передать, и она может передать, и они могут передать, и так далее. То есть вообще смысл образования, например, состоит в том, что вы должны овладеть тем, что есть там у преподавателя, в книгах и так далее, с тем, чтобы вы сами могли это передавать другим. И человек только тогда, когда он передает, тогда он понимает. Тогда он понимает. Анекдот студенческий. Преподаватель говорит, студенты попались непонятливые. Раз я им объяснил, не понимает. Два объяснил, не понимает. Три объяснил, не понимает. Четыре объяснил, не понимает. На пятый раз я уже понял, а они все равно не понимают. Вот такие попались студенты подходящие. То есть пока человек не сможет сформулировать в понятиях, ну, это у него в спутанном виде какая-то категория. А должна быть она не в спутанном виде, а в виде понятия, которое легко передать. Вот человек – это высшее разумное животное, обладающее сознанием. А что такое сознание? Мы с вами говорили, это не просто отражение мира, а формирование целей и путей достижения этих целей в сознании. Причем таких, которые являются реально достижимыми. Что такое понятие? А вот что такое понятие, сейчас я вам скажу. Чтобы на него фундаментально ответить, значит, я беру книжку «Науку логики». Вот там в «Науке логики» есть объективная логика и субъективная логика. Объективная логика – учение о бытии, учение о сущности, а субъективная логика – это учение о понятии. И вот, вот если мы эти книги не читаем еще, а просто так начинаем их разбирать, как они связаны между собой, какая последовательность движения понятий. Бытие, потом бытие разбирает, и доходит до его снятия. То есть оно отрицается, и появляется сущность. Вот я на вас смотрю, сначала я выберу вас как бытие, а потом проникаю вглубь и вижу вашу сущность. Так? Так бывает. Но это если я сущность вижу, она что, ни в чем не проявляется, ваша сущность? То есть эту сущность рассматриваю глубоко, сначала как существование, потом как явление, потом как действительность, и это вот сущность, она выходит наружу. Если у вас добрая душа, то эта добрая душа должна проявиться в ваших действиях, стать действительной. Так? Стать на поверхности. То есть это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Вот я ответил вам на вопрос. Понятие – это бытие, через которое просвечивает сущность. Сейчас я примеры буду приводить. Понятие. Это бытие. То есть я беру что-либо как понятие, если я беру его как бытие, через которое просвечивает сущность. Ну вот я просто вот к кому-нибудь обращусь и рассматриваю как просто бытие. Вот есть, пришла студентка, и все, и все. Так? И я ничего не задаю, никаких, не сам задаюсь никакими вопросами, ни к вам не обращаюсь, есть вы и есть. В огне не присея, вы взяли и пришли. И это хорошо. Есть бытие студентки. Замечательно же. Или есть бытие преподавателя. Какой уже, какой преподаватель, это уже не обсуждается, правда? Но если его нету, то, скажем, тот преподаватель, который есть, чем тот преподаватель, которого нет. Поэтому свойство бытия очень важное. А это очень важная характеристика бытия. Для вас важно, что вы есть или вас нет. Или у вас деньги есть или денег нет. Образование есть или образования нет. Перспективы есть в жизни или нет. То есть это очень важная категория. Но этим ничего не... Это, так сказать, еще поверхность такая. И, так сказать, это бытие берется как сплошное. А дальше мы углубляемся. Ну, у вас душа есть? Есть, у вас, значит, есть какие-то свойства, характер, у вас есть какие-то глубинные моменты, которые определяют ваше поведение, правильно? Это связано с вашим воспитанием, с вашей историей, с вашими родителями, с теми, кто на вас повлиял, с вашей собственной работой, деятельностью, учебой и так далее. Углубляемся в сущность. Но мы не для того углубляемся, чтобы там застрять. А говорим, это сущность, а в чем-то проявляется. Если вы человек порядочный, так в каких-то действиях порядочных-то проявится. Вот когда оно проявится, вот это будет снова бытие, но такое бытие, через которое просвечивает сущность. То есть я, когда вот говорю о понятии, я говорю, это не просто студентка, это хорошая студентка, она знает, что такое разум. Это уже понятие определенной студентки, понятие. То есть надо обязательно не ограничиться бытием и не ограничиться сущностью, а нужно так, взять так бытие, чтобы просвечивала сущность. Беру пример сложный. Вот
Ну, сложный, потому что я, с одной стороны, я беру категорию, которая всем вам прекрасно известна, так, и сразу предупреждаю, что вот Гегель, как философ, говорил, что известно еще не есть от того познанное. Почему? Сейчас я еще не назвал, а сразу предупреждаю. Почему? Потому что вот вы будете заниматься тем, что и так известно вам? Да. Будете, да? Ну, вот она будет. Я не на тех напал. Но обычно люди не занимают, не обдумывают то, что всем известно. Если они с детства что-то помнят, и оно это известно, они никогда это не обдумывают. Ну, зачем обдумывать? Это мне известно. Вот раз вам вы будете, так вот я вам и задаю этот вопрос. Война. Скажите, объясните мне, что такое война? Ну вот вы журналисты, вам обязательно придется это понятие употреблять. Война – это что? Общее, не надо определенное. Определенное потом. Определенное я и сам додумываюсь. Это если когда, это уже осень, весна, лето. Когда это время, а не война? Когда субъекты. Время – это никогда. Время – это что? То есть война – это что-то, а не когда? Война – это событие. Событие, согласен. Так. Когда... Почему когда-то? Когда это событие, то какое, а не когда? Почему когда? Потому что можно сказать по-другому. Скажите. Можно ответить на важный вопрос? Да. А зачем все это нужно? Что именно? Ну, философия, вот как это, ну, вот зачем, хорошо, понимаешь? А вот мы здесь только что, пока вас не было, мы разобрали, что такое умный человек. Умный человек, который может самостоятельно, настолько начитанный и настолько способный, чтобы самостоятельно приходить к правильным выводам. Потому что вот кто такой журналист? Это человек, который учитель общества. Он же пишет и дает оценки всему, правильно? Нет. Да. А если он не дает оценки, он плохой журналист, он как лужа. Он просто как лужа все отражает. Есть какая-то грязь, он описывает грязь. Есть что-то хорошее, он описывает хорошее. Есть немножко грязи, немножко хорошего, а какое-то движение вперед. Есть какой-то прогресс, развитие. Мы понятие развития с вами знаем. Вот вы знаете, что такое развитие? Конечно. Что такое развитие? Движение вперед. А вперед что такое? Я думал, что это вперед. Это противоположное. А? От низшего к высшему. Вот, от низшего к высшему. Вот. Ну раз, так вы как журналист поддерживаете это движение? Вы описываете эту борьбу противоположных тенденций. Вы на какой стороне в этой борьбе, в общественной? Журналисты ничего не поддерживают. Никогда журналисты не выполняли функцию воспитывания общества. И ничего не поддерживают? То есть он в общественной... Он от общества он отделен стеклянным колпаком. Он смотрит он как... Он не отделен, но главная задача в основном сейчас рекреативная. Что стать? Рекреативная. Не понял, что такое рекреативная? Рекреация, знаете, что такое рекреативное? Рекреация – это отдых. Вот раньше называлось в школах рекреация. Развлекательное? Это у вас такое понятие журналистики? Нет, просто это основная. Но у нас с вами разные весовые категории. Вот я вот с 96 года главный редактор российской общественно-политической газеты «Народная правда». Вот я, например, рассматриваю газету свою как некое орудие, которое стреляет по тому вредному и опасному, что есть в обществе, и которое А, Б поддерживает, что передовое, потому что передовое, когда оно только появляется, оно слабое. И ростки этого слабого нуждаются в поддержке. Кто должен его поддержать? Вот, а рядом роются журналисты, у которых мощное оружие, у них есть перо. И они с этим своим пером и со своими возможностями смотрят, как ходят люди и затаптывают ростки нового. Мы об этом борьбе нового со старым уже с вами говорили. Могу это, так сказать, еще раз для вас повторить, что я когда... Я это все знаю, просто вот. Вашей газеты. А? Какой экземпляр? Тысяча? Какой экземпляр вашей газеты? У нас был миллион экземпляров нашей газеты, когда решался вопрос, быть Собчаку или Яковлеву здесь губернатором. После выхода нашей газеты он решился в пользу Яковлева. А человек, который брал взятки и, так сказать, незаконно, так сказать, занимал чужую площадь, вот мы такой вышли с заголовком «Из Смольного в кресты» про Собчака. При Собчаке. И тогда, когда потом не стало Собчака, когда он был мэром. И когда, скажем, я как главный редактор должен был нести за это ответственность, потому что если вдруг я что-то неправильно сказал или исказил, или факты какие-то перевернул. Значит, я рисковал чем? Рисковал тем, что будет дело о клевете и так далее. Да, так что это же опасная профессия, журналистика. Как же это? Это люди.
А если вы над ней над схваткой порхаете, то такой вид деятельности тоже применю. И это, я не скажу, что это не журналистика. Это тоже такой вид журналистики. Это разные виды. Это такая журналистика, которая отражает так, как вот озеро отражает все, что происходит на небе, на дне. Правильно? Ну, в озере все же отражается. Вот вы скажете, а я вот хочу вот так отражать, как озеро. Я вот буду озером. И вы создаете средство массовой информации, такое озеро, и отражаете. И ничего в этом плохого нет. То есть это совсем неплохо, потому что вы отражаете то, что есть. Но вы в этой вот общественной борьбе не участвуете. Вы себя из общества исключаете, выделяете. А? Вот когда, мы решали эту проблему, тираж у нас был 1 000 000. Сейчас? Сейчас у нас тираж газеты 20 тысяч. На какие деньги издаются газеты? Это на такие вопросы я в нашем обществе вам не буду отвечать. Ну, ладно, на деньги, я могу вам в общем виде сказать, на деньги тех, кто поддерживает позицию нашей газеты. Если вы что-то хорошее в обществе поддерживаете, я вам могу сказать, потому что, как вы понимаете, на зарплату профессора не издашь такую газету. 20 тысяч экземпляров, цветную, полноформатную, которая распространяется в 60 городов Советского Союза. И вот для того, чтобы такую газету издавать, надо выразить какую-то большую общественную идею, чтобы люди, которые за ней стоят, хотели рассматривать эту газету как свою. И тогда они будут эту газету финансировать. Я вам не конкретно сказал, кто конкретно, Иванов, Петров или Сидоров это сделает. Но в частности, вот скажем, если мы выходим там 1 мая или 7 ноября, нам всегда разные товарищи, те, кто меня знает, профессора, они меньше 1000, например, нам не складывают. А некоторые люди копейки туда складывают, в эти ящички. Ну и, так сказать, есть организация, которая помогает, конечно. Потому что если вы что-то хорошее делаете в обществе, то общество на это, русское особенно общество, отреагирует. Потому что у нас в России принято хорошему помогать. А? В электронном варианте нету? Есть, оно висит на сайте Фонда Рабочей Академии, можете посмотреть. Все номера, как вот начали вот появляться в электронном виде, у нас они все висят. Есть в электронном виде, пожалуйста. Но я возвращаюсь, вы хороший вопрос поставили, и правильно совершенно его поставили, но не вовремя, потому что вы спрятались от вопроса, который я вам поставил. Что такое война? Напали. Это форма вообще вашего действия. Очень правильная в дискуссии. А вы как раз, в отличие от своей позиции, что вы как бы витаете, вы очень, так сказать, сразу на меня напали и тем самым хотели замотать тот вопрос, который я вам поставил. Я его не забыл. Война, что такое? События, в котором участвуют две противоборствующие силы с применением насильственных действий по отношению к противоборствующей стране. Ну вот смотрите, что получается. Вот сейчас я начну не с себя, а вот вы сейчас подойдете и стукнете меня, не по голове, так по плечу, вот так. Потому что вам не понравился, допустим, мой ответ. Это будет вот две противоборствующие стороны. Мы сейчас с вами же спорили, да? Это будет конфликт. Ну так вот я и говорю, что у вас конфликт получился. Может, это вооружённый? Конфликт у вас получился. Ну, не... вот, то есть конфликт, то есть война – это конфликт, это правда. Но не всякий конфликт – война. Какой конфликт – война? Много людей, это тоже очень хорошо. Значит, конфликт, в котором задействовано много людей, всякий ли этот вот конфликт, который... Это обязательно война, а революция не война, не конфликт, конфликт. Но задействовано очень много людей. Что же у вас это вот? Мы отличаем же, допустим, Великую Французскую революцию от войны. Отличаем. О, это так еще от политического режима, как его назовут, это очень сложно. Можно я упрощу? Кто-то называет аннексией, это все вопрос просто режима. Нет, это вы отговариваетесь от понятия войны. Это вы начали куда-то дальше, пошли в конкретность, а надо сделать простые вещи. Вот война, можете записать, это вооруженная борьба классов, нации или государств. Не просто насильственно. Насильственно я сейчас подойду и толкну. Это война, что ли? Вы скажете, нахал. И будете правы. Но это не война. Как еще раз вооруженная борьба? Вооруженная борьба классов, наций или государств. Вооруженная борьба классов, наций или государств. И вот мы такие вещи должны точно знать. Особенно вот вам это нужно знать, поскольку вы хотите отражать точно, что происходит, без позиций.
позицию никакую не занимать, а летать, так сказать, над борьбой, то вы должны тем более правильно отражать. Знаете, как вот беспилотники, вот вы как бы беспилотник. Идет война, вооруженная борьба классов наций или государств, а вы, значит, все это отражаете, очень все красиво. Поэтому можно получать такие сводки с места действия, вы как разведчица. То есть разведчица, но вы, если разведчики, только донесения своим, а вы для всех. Ну, как средство массовой информации, как журналист, вы освещаете объективно ход событий. Вот эту борьбу, которая в обществе идет. Не вставая ни на какую сторону. Я правильно вас понял? Значит, теперь, что такое борьба? Вооруженная борьба классов наций или государств. Если нации, это национальные войны. Если это борьба вооруженной нации. Если государство, это обычные войны. А если классов, это какая война? Гражданская. Ну, классовая, правильно. Гражданская война. Вот и все. Очень все четко и ясно. И также понятно, что такое понятие. Понять, значит, выразить в понятиях. Вот так вот понятие. Это такое бытие, через которое просвечивает сущность. Вот это вот краткое выражение понятия. То есть так надо изобразить дело, чтобы это было некое бытие, но не такое, не поверхностное, не просто внешний вид, а вот что-то глубокое в этом содержалось. Вот пример, например, той же самой войны. Сначала мы берем некое бытие, как вы и сделали. То есть это вот какое-то столкновение силовое, да? Конечно, это вот бытие. А сущность его в том, что это борются классы, нации или государства. Это вид борьбы. Но вооруженная борьба обязательно по виду, по бытию, это вооруженная борьба. Или вот что у вас есть? Бутылка у вас есть. Это ваша бутылка? Она у вас в собственности? Да. А голова у вас тоже в собственности собственная? Пока нет. Нет? Как нет? Пока. Скоро будет, что ли? То есть вы пока еще не оформили в собственность голову. Одни люди квартиры оформляют, а вы не успели оформить собственность голову. Нет, но пока я живу, да, пока живете, она в вашей собственности. Да. А вам зачем собственность на голову? Зачем она вам нужна, собственность? Потому что она мне позволяет получать доступ к ресурсам. А если у вас не будет собственности на голову, она не будет позволять получать доступ к ресурсам? Кто-нибудь у вас спрашивал когда-нибудь свидетельство о собственности на голову, когда вы куда бы то ни приходили? Вот я, например, не сталкивался с тем, у меня даже чуть-чуть возраст больше, чем у вас, но я в жизни не сталкивался, что я куда-нибудь пришел в какое-нибудь учреждение, а каких только учреждениях не был. И вот там спрашивают: Михаил Васильевич, а у вас есть собственность на голову? Я говорю: нет. Ну нет, тогда не заходите. Я такого вот не встречал. А вы, значит, уже вооружились этим, да? Тогда я вам сейчас еще вопрос задам. А вы владение знаете, что такое? Владение? Да. То, чем владеют. Да, то, чем владеют. Вот чем-то вы владение от собственности отличаете? Или нет? Вот есть собственность, а есть владение. Вот смотрите, это вот вы говорите, ваша бутылка, да, собственная? Вот смотрите, я подхожу, ее беру. И что получается? Кто владелец этой бутылки сейчас? Да. Ну, что вы говорите? Откройте, пожалуйста, окошечко. Я сейчас покажу, кто владелец тут. Все я. Нет, потому что владение... А захватчик? Ну, конечно, захватчик. Это очевидно. Я для того и захватил, чтобы завладеть этим. Я завладел вашей собственностью. Я теперь владелец. Что я могу сделать с этим? Что хотите? Хотите сейчас вылью, хотите сюда, чтобы войну начать на вас. Могу выбросить туда. Вот и запомните, и запишите, что владение – это фактическое господство над вещью. Но, собственно, бутылка все равно в собственность лезет? Пока. Угу. Пока в собственности. Но это если я ее не отдам, вы со мной драться будете? Владение. Я скажу, у меня студентка хочет отобрать бутылку. Я а тоже. А с камеры пишет. А в камеру мы и сотрем это, вырежем кусок. Напишем, что надо. Я же вам сходил в позицию и сказал, мы в этой борьбе не летаем над схваткой, а мы там занимаем определенную позицию. И вот мы изобразим, и там будет голос за кадром, что она хотела у профессора Попова отнять бутылку. Вот, и вас заклеймим, фамилию повесим, разрисуем и так далее. Значит, владение – это фактически господство. А распоряжение знаете, что такое? Не, вот это не просто господство. Это значит, вы можете решать, что с этой бутылкой делать. Если вы собственник, то вы
можете сказать: «Михаил Васильевич, отдайте мне мою бутылку». Вот, и я тогда вам ее отдам. То, что вы распоряжаться можете, это распоряжение. А пользование это что? Значит, я вам одолжу. Да нет, пользование это вот я открываю и выпиваю, это пользование. Ну, пользование, извлечь пользу, какая от нее пользуется? Не в том, чтобы я ее как методический материал использовал, а в том, что можно ее было пить. Пожалуйста, ваша собственность, вы ее и владелец теперь, и распоряжаетесь, и можете пользоваться. А что такое собственность, я еще не сказал. Потому что это вот когда начинают понятия разбивать на куски и на части, и получается, все части есть, а надо их не только разобрать, но и собрать, чтобы было некое бытие, через которое просвечивает сущность. Вот можете записать определение собственности. Собственность – есть отношение субъекта. Собственность – есть отношение субъекта. Кто субъект? Это безразлично. Это может быть один человек, группа людей, часть общества, все общество. Акционерное собрание, кто угодно. Отношение субъекта к объективным условиям производства. Вот обратите внимание на определение. Ваша голова не объективное условие производства, а субъективное. Не будете спорить? Не будете. Субъективное. То есть головой надо соображать, чтобы. А головой не бить. Хотя есть такой прием ударить головой в живот, если на вас кто-нибудь напал. Если внезапно ударить, то как раз силовой прием может пройти. Значит, отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. И вот это вот последнее, как к своим, оно и содержит в себе вот то, что характеризуется, что вот через вот это, эти слова просвечивает сущность. По видимости, это отношение вот ваше к бутылке. Это по видимости, это вот бытие в этом состоит. А на самом деле это ваше отношение не к бутылке, а ко мне. Вы рассматриваете меня таким образом, что я не могу этим владеть. И вы очень сурово на меня смотрите, потому что я схватил вашу бутылку. У меня лицо такое просто. Да? Вот. Поэтому... Сейчас лекции. Кто звонит? Это не Женя. Не звоните, пожалуйста. Женя. Женя. Понятно. Значит, вот в этом последнем словах, как к своим, и содержится вот это. Ваша голова, позвольте вас проинформировать, она находится, она ваша, природным образом. И она не нуждается ни в каких общественных опосредствованиях, правильно? То есть она может нуждаться в общественных опосредствованиях в одном только случае, когда вдруг какая-то авария случается с самолетом или с машиной, когда вдруг человек... Решают родственники вопрос о том, чья это голова. А вот пока все хорошо и нормально, вопрос не стоит, чья это голова, правильно? Поэтому доказывать, что это ваша собственность, это просто глупость. Ненужное совершенно дело. А вот по отношению к тому, что не является природным образом, даже вот не только по отношению к бутылке там и к вашей ручке, а к вашему свитеру и ко всей вашей одежде, этого надо доказывать, что она ваша. И что вы ни с кого не сняли, вот как раз вас двое было, вы напали там, забрали, одели и пришли. Как вы докажете, что это ваше? Это вы, вот для того, чтобы это было ваше, надо, чтобы вот все мы призвали, общество призналось, что это ваше. То есть на самом деле здесь в скрытом виде сущность в том, это отношение между людьми. Люди это признают. А собственность есть в Антарктиде? Объекты собственности там есть. Объекты, пожалуйста, там есть лед, там есть пингвины. А есть там собственность? Станции есть, а собственности нет. Вот станция в собственности. А вот эта территория в Антарктиде ни в чьей собственности не находится. А на Луне. Но уже продают шустрые люди. Да, вам участок не нужен? Недорого, продам. На Луне. На Марсе? Хорошо, на Марсе, но это дороже будет. В следующий раз приносите деньги. Мы тут так их используем. Так, ну вот. То есть это вот пример понятия, когда вы берете на поверхность, это кажется, отношение человека к вещи. Вот вы можете, так сказать, свистнуть ей, то есть, как собачке, вы скажете, она прибежит, а вот бутылочке скажите, что она к вам пришла, не придет. То есть она к вам может прийти только общественным путем. Вы или ее купили, или вы сами ее создали. Так? И если кто-то сам создает, общество признает это право на присвоение. Еще одно понятие, которое
такой, таким сложным является производство. Вот производство с внешней стороны, это как оно выглядит, производство, как бытие. Ну, как то, что человек преобразовывает природу, правильно? Как преобразование природы, и все. Вот вам бытие. А если глубже копнуть, а мы же говорим, что это надо такое взять бытие, через которое бы просвечивала сущность, тогда эта формулировка будет выглядеть так. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Тут видите слово «присвоение»? Это связано, похоже на собственность, да? Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот для того, чтобы это понять, то есть выразить в понятиях, надо разобрать все вот эти слова. Так, вот я начну вас спрашивать и думаю, что вы не на все ответите. Процесс – это что такое? Нет, а вы скажите, а запись это куда-нибудь пойдет? А? Запись это куда-нибудь да, пойдет? Это будет обвинительный трибунал, будет над вами. Вот, в котором... А? Нет, мы повесим на сайт, не на сайт, а канал Фонда Рабочей Академии на Ютьюбе. Тогда я помолчу, пожалуйста. Ну ладно, вы так хорошо выступаете, наоборот. Если вы же понимаете, что это у нас с вами идет, но шутливая дискуссия, верно? Потом, ну как вот у журналиста, что вы будете смирно сидеть и слушать, что я буду говорить? Это же это ненормально. Что за журналисты, которые совсем соглашаются? Более того, мудрые люди говорят, что опереться можно только на то, что сопротивляется. Вот я чувствую, что вы сопротивляетесь, на вас можно опереться. Так что это вовсе не минус. Так что вот напрасно вы тут как-то сомневаетесь. Процесс – это изменение во времени. Процесс – это изменение во времени. Правильно, процесс. Присвоение. Что такое присвоение? Присвоение. Вот присвоение – это превращение в свою жизнедеятельность. Вот если сейчас вы откроете вот эту бутылочку и будете воду потреблять, то вы превратите эту воду в процесс своей жизнедеятельности. А выкинув бутылочку, вы тоже превратите бутылочку в процесс своей жизнедеятельности, потому что скоро человечество будет ходить по этим бутылочкам, потому что вот эти бутылочки пластмассовые разлагаются с такой скоростью, что она существует 200 лет. Жизнедеятельность? А какое у вас определение жизнедеятельности? Жизнедеятельность – это вот когда говорят «жизнь», то имеет в виду, что, так сказать, некую противоположность, так сказать, мертвечине. Что это, говорит, жизнь – это способ существования белковых тел. А когда говорят «жизнедеятельность», то имеет в виду деятельность, а не просто жизнь, а жизнь, которая состоит в деятельности, в преобразовании мира. Ничего подобного, ничего подобного. И жизнь предумерена. Ну как же, ну конечно, есть продукты жизнедеятельности человека, а продукты жизнедеятельности – это а, что он производит, и б, отходы. А вы какое-нибудь производство знаете без отходов? Вы знаете хоть одно производство, в котором бы не было стружки? Ну когда человек обрабатывает на станке что-нибудь, он получает деталь и отходы. И эти отходы, или вы в курсе дела, сколько бутылочного стекла нужно, чтобы создать новые бутылки? В печи, где кипит 300 тонн жидкого стекла, расплавленного, значит, находится до трети стекла, которое вот битое туда бросают, чтобы получить новое стекло. Поэтому к этим отходам надо относиться так, что есть некий кругооборот. И этот кругооборот вообще используется. Так, например, солома – это отходы? От производства пшеницы можно считать отходы. Но и соломы можно крыть крышу, соломы можно топить, можно устилать, так сказать, коровники и так далее, получать подстилку там необходимую.
из рисовой соломы делают в Японии. Вот они получают у Северной Кореи рисовую солому, и из рисовой соломы делают циновки, делают тапочки из рисовой соломы и так далее. То есть это отход, ведь понятие тоже достаточно абстрактное. Отходы жизнедеятельности. Все это отходы. А и, ну, количество ногтей, которые вы настрижете, тоже отходы. Все это по-разному. И надо, между прочим, думать, а что, поскольку производство есть процесс присвоения предметов природы, надо понимать, что производство не кончается тем, что я что-то получил из производства и все. А куда пошло вот эти самые отходы? А как сделать так, чтобы они не загрязняли землю? То есть нужно ставить, скажем, пыли и газоуловители, нужно делать рекультивацию. Или можно сделать террикон, и у нас будет лунная земля. Не надо будет ездить на Луну, а у нас будут вот такие горы вынутой породы, уголь мы достали, а вот это вот то, что получилось, хорошо еще плодородный слой сняли и где-то сохранили или продали. Так, процесс присвоения предметов природы. Предметов природы в рамках определенной формы общества. Какие вы знаете формы общества? Общество не бывает абстрактным. Всегда мы всего знаем 5 форм общества. Доселе известно это первобытный общинный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм, который является снятием вот буржуазного общества, буржуазного производства. Так вот здесь, когда мы говорим, что производство есть процесс присвоения процессов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее, опять та же самая картина. Когда мы смотрим, это процесс присвоения. Вот он. А то, что он посредством формы общества, это сущность. Сущность-то в этом состоит. Это не как-то происходит не природным путем, это присвоение, а посредством общества. Поэтому сущность этого процесса для нас не скрыта. То есть мы уже понятие имеем производство, понятие производства. А если мы просто увидим, что имеет место некое созидание, это не понятие производства, это, так сказать, его изображение как труда. А может идти производство, когда труд не идет? Может? Нет? Вот сейчас производство пшеницы идет в России? Да. Идет где? Там, где тепло. А? Там, где тепло. Хорошо, усложняю вопрос. Там, где холодно. Идет производство пшеницы? Там, где не тепло, где холодно и где лежит снег. Ну да, там же под снегом вот идут как раз вот, как эти озимые. Озимые, да. Озимые культуры когда сажают? В октябре. Ну какой зимы? Как мы можем посадить? О чем вы говорите? В октябре сажают, когда еще тепло. Они всходят, и вот так, такой высоты ковер изумрудный. Вот если посмотреть там, где озимые поля, это редкостной красоты картина. И потом снег. А что происходит с пшеницей? Значит, укореняются эти растения. Значит, они закаляются зимой. Единственное, что они подвергаются опасности, если будет мало снега и сильный ветер, то может сдуть этот снег, и они тогда замерзнут. Тогда приходится пересевать весной. А те культуры, которые сажают весной, как называется? А? Ну, мы не... Мы не из деревни, мы не знаем. Значит, яровые культуры, знаете вы это? Да яровые. У нас даже яровая есть в Думе. А зимы нету. Ну, как вы думаете, какой урожай больше, озимых или яровых? Яровых. Ну, что вы. Да когда вот яровые начинают расти, вот смотрите, вот наступила весна, все, снег сошел, а зимы пошли в рост. Сам, сразу, как только солнышко пригрело, и снег сошел, и они пошли в рост. А вы можете начать сеять яровые? Нет, потому что в эту грязь непролазную в самом начале весны никакая техника на поля выйти не может. И вот эти растут, и растут, и растут, эти озимы, и тут вот, наконец, вы собрались с яровыми. И вот когда уже подсохнет, то есть когда влага начнет уходить, а влага вот так нужна для этих самых растений, никто же пшеницу-то не поливает, это же не поливная культура, а единственный способ
использовать естественную влагу, это вот садить озимый. Яровые поэтому имеют гораздо меньше урожай. Ну и позже они вызревают, уже озимые можно жать комбайнами, а яровые все стоят. Ну и то, что у нас есть разделение на озимые и яровые, позволяет одну и ту же технику использовать. Убрали озимые, потом пошли убирать яровые культуры. Но в этом что важно? Что пока эти озимы находятся, уже решается вопрос о заключении договоров на поставку техники. На поставку всегда собирается обычно правительство и решает вопрос о том, что никакого не должно быть повышения цен на горюче-смазочные материалы во время уборки. При том, что вообще-то у нас повышение цен сплошь и рядом идет. Инфляция везде. Никаких. Иначе сорвется этот. Это вот бывает только в период уборки урожая. Не соберешь урожай, все. Дальше пшеница осыпается, и все пропало. Поэтому это нужно быстро сделать. И технику нужно сразу в большом количестве поставить. И техника должна перемещаться туда, когда перемещается, так сказать, с юга на север и так далее. Вот так. То есть, повторяю, понятие – и это бытие, через которое просвечивает сущность. Вот мы человека рассказывали, кто такой человек, а сущность человека в чем? Сущность человека в чем? Это я рассказывал, что такое человек. Сущность человека – это животное общественное, трудящееся, говорящее, разумное. А в чем сущность человека? А? Развитие. Ну, все животные развиваются. Нет таких животных, которые бы не развивались. Это не сущность человека. Развитие вообще свойство, которым обладает и вообще природа в целом. А сущность человека в общественных отношениях. Человек есть общественный человек. И он как общественный человек только и может существовать. Скажем, если дети попадают в стаю волков с рождения, и до 5 лет там находятся, уже потом... Если даже они попадают к людям, вы уже человека не сделаете из этого самого Маугли, который получается. Так. Значит, были такие философские концепции Бюхнера, Фокта и Малишотта. Такие три были философа, которые... рассматривали мысль как нечто материальное само по себе. То есть вот печень вырабатывает желчь, а мозг вырабатывает мысль. То есть они рассматривали мысль как отражение действительности в мозгу человека, человеком, а рассматривали это как некий еще один предмет материи. Так вот, давно уже философия рассталась с этими старыми представлениями о том, что мысль – это что-то материальное. Мысль не есть материальным. Сознание тоже не существует отдельно, как еще одна материя. Вот я могу сказать, что ваш рост – это ваше свойство. Правильно? Вот каждый имеет какой-то рост. Вес – то же самое. Но можно сказать, вы и ваш рост. Удвоение это может быть? Нельзя. Вы, у вас есть рост, у вас есть вес и так далее. У вас есть еще там другие характеристики. Точно так же нельзя говорить о каком-то особом, еще одной какой-то материи, а речь идет о том, что ваш мозг или вы с помощью своего мозга отражаете действительность и ее отражаете не только как зеркало, а отражаете так, что в ваших мыслях имеется и цель, и средство осуществления этой цели. А вот когда средства осуществления этой цели нет, то вот такие концепции, которые тоже существуют, и которые называются мечта, догадка и так далее, вот они характерны были в свое время для социализма-утопизма. Фурье, Овена, Сен-Симона. Сен-Симон изобразил прекрасную жизнь, которая будет при коммунизме, в деталях. И он думал, что раз он такое вот хорошее дело изобразил, то найдется кто-нибудь из богатых людей, который придет к нему, вот как вы меня спрашивали, а кто вам деньги дает, и принесет ему деньги. А чтобы не пропустить этого человека, он каждый день в 12 часов сидел дома и ждал этого, как выражаясь сегодняшним языком, спонсора. Но спонсор не пришел.
А вот Оуэн, как известно, был капиталистом, предпринимателем, и он решил сделать вот эту вот прекрасную жизнь, которую они рисовали, то есть Оуэн, и Сен-Симон, и Фурье, для работников своего предприятия. Это кончилось тем, что это предприятие разорилось, и Оуэн разорился, и все. Поэтому всякая цель, если она без движения к этой цели, нет пути, нет средств достижения этой цели, то эта цель утопическая. Утопическая, то есть это вот некое мечтание о жизни. Но у социалистов-утопистов есть гениальные догадки, которые стали составной частью, скажем, теории научного социализма. Но главное в теории научного социализма вовсе не только цель сама по себе, а сколько средств, то есть вот рабочий класс, который к этой цели должен привести, как некая материальная сила, которая данное общество разрушает и создает новое, более высокое общество. Центральное место в нервной системе человека занимает мозг. Головной мозг человека состоит из 40-50 миллиардов нейронов, каждая из которых имеет до 10 тысяч соединений с соседними клетками. Мозг современного человека составляет 1/50 часть массы его тела. Для сравнения, у шимпанзе 1/150, в 3 раза меньше. У гориллы 1/500. И только два вида млекопитающих – это дельфины и морские свиньи – превосходят человека и по весу мозга, и по количеству извилин. Но, как мы видим, не только количеством жив человек. Центральное место в нервной системе? А? Центральное место в нервной системе? Да, центральное. А так и называется центральная нервная система. Когда вы так делаете рукой, вы команду, что у вас дает? Откуда команда пошла? Из мозга. Вот. Он все управляет в этом смысле, всеми действиями. Хотя иногда люди, когда думают, вот, дескать, рука, где кончается рука, а где не рука. Можно сказать, что здесь рука кончается? Если вы управляете ею, она здесь начинается, эта рука. А имея в виду, что живая рука снабжается кровью, она и здесь начинается, рука, сердце, правильно? Поэтому вот такое ходячее представление о руке, как вот как часть просто тела, часть, про нее Энгельс говорил так, что части лишь у трупа. Вот когда труп, тогда да, там делится, разрезается. Пока живое нельзя, неотделимое получается. Человек есть некое целое, а в нем есть моменты, а не части. Важна, разумеется, не столько удельная масса мозга, сколько его внутренняя организация. У человека некоторые нервные волокна проводят импульсы со скоростью 100 метров в секунду или 360 километров в час. Иногда говорят, что только пятая часть мозга задействована, но правильнее говорить, что мы знаем предназначение только 1/5 части мозга, а назначение остальных 4/5 мы пока еще не знаем. Поверхность головного мозга – кора. Имеет глубину 2-6 мм, имеет извилины, благодаря которым поверхность мозга увеличивается в 3 раза. На этом мы сделаем перерыв, и после перерыва продолжим наше занятие.